прямое включение Черногории. И да, друзья, вот это вот, вся вот эта красота, это вся Черногория. Отличная погода, плюс 34, плюс 35. Приходится искать тенек, чтобы немножко укрыться от этой жары. Вода очень теплая, все пляжи муниципальные, можно где угодно искупаться без проблем. Ставьте лайк видео за Черногорию. Сейчас приехала на автобусе, шикарный был рейс, конечно, через горы, через ущелья, перевалы с видами на Адриатику, вообще супер. Я поставил меточку на карте, где находится автобусный вокзал. Теперь я иду на пляж. Сегодня жарко, сегодня плюс 36. Хочется где-то прятаться в тенечке и купаться, купаться, еще раз купаться.